Ксения Собчак рассказала о планах Бориса Немцова. Российская телеведущая поделилась намерениями убитого политика. Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Twitter написала, что собирался сделать Борис Немцов перед смертью. По словам телеведущей, политик хотел обнародовать доклад о ситуации на востоке Украины. Илья Яшин сказал, что он собирался опубликовать доклад о войне в ДНР с фактами и документами о присутствии российских военных, написала Ксения Собчак. Борис Немцов 27 февраля был расстрелян в центре Москвы, недалеко от Красной площади.